Но просто! Ну честно и пишет, он угорает! А он мультика умрет! На! Я так буду их троллить в дуэльке, это будет жесть! О, найс! Как же мы их троллим, это жесть! Всем хвоя, братва! Сегодня с нами Сайлис Алембус. Здорово, братва! Сегодня у нас будет продолжение легендарной рубрики «Троллим читеров». Для того, чтобы мы их затроллили, нам надо будет стартануть чит-патруль в напарниках, найти читеров и позвать их в закрытое лобби, в дуэлечку, сказать, что давайте вы зайдете без читов, и мы в кастомном лобби постараемся их жестко затроллить, чтобы они вообще в шоке были. Что думаешь? Ну, найти читеров будет легко. Посмотрите, братва, как их легко находить. История матчей. Просто почти 5 подряд отмененных игр. Нормально, поэтому мы очень быстро их найдем. Готовься, брат, стартовать, находить читеров. Будем жестко троллить их. Надеюсь, они согласятся с нами дуэлечку после того, как они нас вынесят в напарниках с читами, но мы камбэкнем и затроллим их в закрытом лобби потом. В кастомном, кстати, да, чуть не забыл сказать. Погнали. Так, ну что, Ванечек, стартует каточка, и посмотри, кто против нас попался. Абсолют. Два с половиной КД, так, ну это... 9 часов, это сразу все понятно. Смотри, один человечек, короче, 9 часов и 8 КД в ММ. Ой, в напарниках, это что такое, алло? Что? О, у меня уже... Гол после напов 2 на 2 в нашем лобби. Слышишь, и сразу это дуэль будет. Так, давай сейчас пытаться хотя бы выносить их в напах, чтобы не так жестко слить ММР. А потом еще и мы... они оба согласны. А мы их еще и потом и накажем за это, затроллим жестко, чтобы они как бы наш ММР... Как бы понял, морально вернули. Что за стенка? Он просто паузет! Зигом аурет! Готовься к вам, тапу. Давай, короче, постараемся их забатить, чтобы они в этой катке не так жестко полились, чтобы у нас шансы были раунды... Они все с читами! Они оба с читами играют. Не хотите, честно, пару раундов показать скилл? Что за скины? Что за скины пишут? Так у них зигл. Ну честно и пишет, он играет! Это чтобы вы понимали, первая катка, братва. Мы сразу с первой катки таких чувов нашли. Купи М40 монстр, чтобы они поняли, что ты... В следующем раунде скажем гол М40. На миду есть, понимай. О, что я сделал? Я в окно ему дал. Второго не видно. На! Нифига, он за стенку, чтобы ты прямо убежал! Гоу М40, если не боитесь нас. Просто байтим читаков на слив. Так, надо под фошечку выходить. Дал. Он слепой, просто ваншотит! Хана, я зол, я так буду их троллить в дуэльке, это будет жесть полнейшая для них. Что? Привет. Он реально М40 взял, смотри. Берите М40 все, если... Не, нубики. Ой, что написал, он странный, нубики. Давайте я фошечку мне кину, ты выходишь, я тебя размениваю жестоко. Ой, он стоит там. Найс! Один обходит нас. А что? Он стреляет с окна или откуда, не понял. Я слышу его, он вот тут, за этой стеной. Он убежал в страхе. Погоня. Ой, стрина проехал, пытается. Нам надо на размен выходить. Найс! Что? Нормально. Короче, когда мы на размен выходим, у них нет шансов вообще. Понял, Алина. Так, меня сейчас будет окружать человек. Он, кстати, к тебе бежит. Я чувствую, он выехал за тобой. А, что? Они еще и план ставят, понял. Все, она уже пришла за тобой, она тебя не пощадит. На, первый. Что? Ё-моё, я сейчас... Я, чтоб ты понимал, я бы его сейчас забрал, если бы мне успело выстрелить. Он просто префом стрельнул, это жесть. Обовин жесткий читер пишет. Спасибо, братанчик, но мы еще жестче будем в нашем лобби, когда мы тебя будем троллить жестоко, чтобы ты просто в шоке был от такого, что ты будешь чувствовать, что мы чувствуем, когда ты против нас с читами играешь. Мы, кстати, два раунда взяли, это уже небольшой минус должен быть, если мы так же продолжим. У них еще чел вылетел, да, чекал. Неплохо. Остался жесткий читер, который... Пошли, надо вместе на размен просто бегать. Нет, он фунтур. Что? Да, я нашел его. Что? У него М40 монстр. Да он достал в отруби, постоянно, блин, вот эту фигню. Так, мы репорты забыли, кстати, кинуть. Не забываем. Давай на ножах. Давай, кстати, читаки не умеют на ножах играть. У них же нет там подкрутки ножей. Жалко, конечно, что у читаков есть подкрутка на М40, попадание в хедшоты, но, блин, для них как с ножей они бы играли, если бы М40 не было подкрутка. Один тут. Давай я его заберу, просто я покажу ему мастер ножей. Первый. Найс. Нет! Фух, увернулся красиво! И красиво замансил! Читаки! Как же им плохо, я тебе говорю. Ты прикинь, они сливают нам в честной игре, а когда мы будем тоже играть с жесткими настройками... О, М40. А прикинь, если мы еще будем с жесткими настройками играть в кастомном лобби, они вообще будут в шоке от того, как мы их выносить будем. Если мы их честно сейчас выносим, а они с читами играют. Ой, у меня тут... Он убежал в страхе. Найс! Второго оставь мне! Я его отвлеку. На!
Братанчик в шоке. Блин, они когда не на всю силу играют, у них вообще нет шансов. Только так, как будто нас... Хаяшечку не забудь вот сюда закинуть, они вообще офигели. Вижу, вон он прыгает, хана ему. Ой, он с дигла пытается на скетшот попасть в прыжке. Смог ему кинуть, чтобы он отстал от нас. А, я понял. Нубик, он... А, стоп, это не тот. Тот еще остался. Самый жесткий чуть расстался еще. Ну, у него, смотри, он просто даже не целится. У него просто видно, что само залетает. Не забудьте. Мы пригласим. Аккуратно. Тут я слышу. Нас окружают, походу. Мы зажались в смоках, нам хана. Давай, ищем его. Где он? А, вон он. Ай, я хотел хаешкой его добить, он, блин, не простил мою попытку. Найс! Найс! Где он топнул, на миду? Да-да-да. О, ё-моё! Не, второй слабенький читер, а вот первый, который... сейчас покажу его еще раз статистику, чтобы вы понимали. 9,2 часа, 8 КД, в принципе, 85% в голову, нормальная тема, кстати. Так, все, слышишь? Я остался один с Авиком. А, что? Нет! Он на префе просто... А, у него дига урейд! У него дига урейд! Да! Что? У тебя не было видно, что с чего он меня забрал? Они уже начали скины понарубать. Ой, что? А, да почему? Слышал. Почему? Что? Это несправедливость такая, я в читака попадаю в ногу, и он не сливается, ну это такой кринж. Идем сейчас дуэльку, мы их пригласили на дуэльку, мы бы 5 раундов взяли, это хорошо, учитывая, что они там половину игры просто жестко подрубали. Ну, минус 11 вообще не жалко, учитывая, как мы их сейчас будем троллить, это не жалко, ММР. За троллинг читеров погнали приглашать их в лобби и настраивать лобби жестко. Так, ну что, братва, лобби собрано? Они все-таки согласились с нами пойти дуэлечку 2 на 2. Я уже пригласил своего наблюдателя, который будет не прощать, помогать мне читаков. Короче, смотрите, что у нас тут по лобби. У нас с Алисом по 250 хп мы сделали скидочку читаков, можно было и 1000 поставить, но я хочу, чтобы было немного поинтереснее против читаков. Они нас будут, наверное, простреливать, на префах забирать, но мы будем их тоже, как бы, у меня есть тоже мой компаньон, который поможет мне на префах забирать. Так, ну еще самое главное, это бесконечные патрики, хаешечки, ну и мы у них отключили М40 авики, чтобы они не могли нам ваншотами одни хедшоты ставить. А нет, что если им включить урон по своим? Давай. Они будут друг друга? Давай, это вообще будет имба. А, можно нам еще покупки в любом месте делать, вообще жестко будет. Да. Готовьтесь, братва, это легендарный контент, наказание читеров все будет и троллинг. Так, ну что, Ванек, стартанула каточка. Я сейчас буду наблюдать за Алиной и смотреть вообще, что будет происходить. Давай сейчас не будем закупаться на всю. Сделаем вид, что у нас пистолетка. Хотя у нас 10 тысяч было, нормально. Давай сейчас встанем на прострел и будем проверять, будет ли через стену на нас смотреть и простреливать через стену. Надо это понять. Давай прячься, просто прячься. Будем смотреть, куда будет смотреть читер. А, они оба смотрят. Где мы? Один смотрит 100%. Я вижу, да, он уже сразу на тебя смотрит. Ладно, давай на префе вот так. Хаешечку. Ой, мне хедшот сразу снесли. Побежал. Ай, что? Он меня с дигла просто. Я хаешку забрал случайно. Чекай. Будем сейчас пытаться вывести его на преф, чтобы он спалился сейчас, прям сейчас. И тогда мы будем в это рулить жестоко. Я иду сюда. Он сразу сюда переводится, смотри. Я иду туда. Он сразу туда переводится. Смотри, как палится, маленький наш. Капец, как же это тупо выглядит. Я реально из стороны в сторону смотрю, он за мной прицел вот так водит. Как? Пишет. Я не знаю, как. Братва, хотите себе тоже топовые скинчики? Тогда залетайте на Булдроп. На сайте очень много халявы. Ты можешь открыть 2 бесплатных сундука каждый день за подписку на соцсети Булдроп. Ну и конечно же, не забывай про новую коллекцию сундуков, цвета и карты. Там падает топовый дропчик. На Булдропе множество удобных способов пополнения. Поэтому держи промик на бонус к пополнению. А также держи промик на халявное открытие синего сундука. Все бонусы ждут тебя в закрепленном комментарии. Давай прокидку вот эту сделаем, попробуем. Интересно, читеры на нее ведутся или нет? Да, ты попал в него, кстати, минус 43. На, я в него еще тоже попал чуть-чуть. О, найс! Что я сделал? Как это вообще залетает по читерам? Чекай, опа. А, он мне 2 хэдшота поставил! С дигуа, жесть. Я ему хаешечку покину. А, я не попал хаешкой. Как же он уворачивается от моих хаешек? А, неплохо так-то. Так, смотри. Он с тёмку идет аккуратно. Он справа, он в тёмке. Опять Уонг бежит. Уонг хаешечку ему. Нет! Ой-ой-ой, опасно.
Уф, да, у него до сих пор все хедшот эти два. И, короче, авики возьмем, сейчас будем простреливать их. Я хочу сейчас, чтобы они прям максимально спалились и через прострел у нас навелись на нас и начали. Я вот так встал. Он все, он меня сразу стреляет префом. Хорошо, что у нас 250 хп, а не 100. А, он сразу стреляет, как я выхожу. Смотри, у нас перестрелка читеров просто. Чекай, на префе вот этого надо забрать. Он, смотри, смотрит через стену, пытается понять, где кто. Чекай, он тут стоит. Смотри, как же мы пытаемся друг друга поймать. Он на меня смотрит через стену. О, нифига. Это читер, он ушел. Я не успеваю, они нас окружают. Это сложно одному смотреть наблюдателей и наблюдать за читерами, это жесть. Блин, что они делают? Откуда у них флешки? Я же отключил им флешечки. Они с нас подобрали, походу, уже. Чекай, я его выманю оттуда. Чекай, я вижу его, вижу, как он торчит. Лови, братик. Давай. На припе просто. Как же им сложно реально с читами играть. Ой. Сейчас будет жесткий прострел. Он просто зажимает, видя, где я нахожусь, понял. В тёмке, один в поинт уже зашел. Ай, нет, что? Найс, сзади! Они все равно не отрубили, они прям так же играют, как в напах, на прострелах, на всем, типа. Будь в тёмке, а я буду, короче, сейчас делать красоту. И на лангу кто-то вроде. Да как? Он префами стреляет в меня прострелом. На, братишка, лови, nice. Я тоже так умею. Последний на лагу меня чекает. Я его хаешками закидаю сейчас за такое. На, я его поймал. Как же мы их троллим, это жесть. Как же они палятся сейчас, прям даже в дуэльке. Можно было бы честно дуэльку сыграть, если честно. Че, такие никогда не играют по правилам. Там один встал в АФК, он что-то подрубает жестко, слышишь? Что-то я смотрю на... Можешь ему хаешечку. Лови еще хаешечку. Найс. Второй бежит, все, готовимся. Без хаешек же. А, нет, как я не попал? Что? У него ваншот ставит 256 урона. Он с одной пули забирается, хедшот, что за фигня? Он калаш, вон тут, прям в фунту. Видишь? Блин, у него сразу хедшот, все хп снимает. Реально. Имба полнейшая. Готовимся. На, мы попасть должны были. Да, попали. Я кого-то подстрелил, а где второй? Он на вангу. Он, блин, он уже тут в фунту. Он бежит за мной. Он пытается. Это битва читеров. Ты видел? У меня персонаж затрашится из-за того, что у него ваншотом снимает патрон. Отруби ваншоты. Он притворяется, смотри. Смотри, он в шоке, он не понимает, хотя у него на экране прицел трясется, когда он стреляет. Давай спросим, без читов они или... Ну, может, давай, давай. Он стоит, что-то отвечает, смотри. Я вижу, как он там стоит. Yes. Он думает, что они не палятся до сих пор с читами. Чел, кстати, я ему пол хп снял. А, нет, не снял, он просто бессмертный. Он лоу хп, кстати, на префе забираю тут. У него перезарядка долгая, забирай его. Давай, давай, найс, найс. Их надо на брейне переигрывать, и они ничего не могут. За них все делают, и тут только поможет брейн. Я без читал. А, ну да, то что экранчик у братанчика трясется, когда он стреляет, и летит все в хедшотик, это нормальная тема. Почему у меня голову урон? А, конечно, у него все эти киллы 11 только в голову, нормально. Он стоял, тиммейта стрелял. Он кажется, сразу забился и пушит. Я вижу. Что у тебя с пулеметом? Что у тебя с пулеметом? Он трясется тоже. У тебя пулемет. Там чел, короче, видит, что я по нему перестаю стрелять, он пытается выйти, потом резко я снова начинаю, он опять отходит. Это вообще угар какой-то. Давай в пиксель просто встанем. А, я уже проверил, что это не особо работает. Найс, пиксель забрал, братика. Чекай. Он в шоке от прострелов моих. Он просто прячется, я вижу. Вы что-то не такие сильные, как в напах. Да, пишет. Блин, мы их сейчас разозлим, реально. Да блин. Каждый день с ютубером попадаешься, пишет. Они даже не боятся с читами играть. А, нет, меня пытаются забрать, нет. Так, прячемся. Ой, близко. Ой. На, братик, лови. Давай моликами закидаем его, моликами просто, чтобы он не мог бегать нигде. Давай. Пошла жара, братанчик, иди к нам. А у меня все лагает, у меня сейчас игра вылетит, походу. А, нет, он справа вот тут. Закидываем право. Он просто горит, он подгорел. Он в тёмку бежит. Он там же за коробочкой сидит. Он убегает, он почти сгорел. Вот он в тёмке. Ай, на миду. Минус 56, я ему с молика снял. О, найс!
Это легендарный троллинг читеров. Просто пошел после чит-патруля по плану. Просто отмстим за то, что они нам ММР сняли. А, нет, нет, я засмотрелся, там чел уже на префе. Так, второй на вангу. Сейчас. На вангу готовься, на лестнице. Он поузет к тебе. О, у него все в точку летит, без задачи, я видел это ГГ. Минус 50. Они в меня пытаются простреливать, я это вижу. Давай я тоже прострелю. Давай их... О, нифига. Как? Что? Я даже не понял, куда я гранаты кидал. Давай их под флешками будем сейчас забирать, просто флешками закидаем теперь. А где он, где он? Он в темку идет, давай флешки в темочку срочно. Давай, вон тут справа за коробкой, он на мид побежал. Он на мид побежал, он обходит, что за фигня, он нас, через стену на нас смотрит. А, я ослеп, ты меня ослепил, нет! Где он? Ай, ё-моё! А, он не попадает! Давай, режь его! Самое интересное, они до сих пор не ливнули, они терпят это. Как мы терпели всю катку. Смотри, кстати, уже катка 8-6, как у нас в напах было, по-моему. Да, да. Я хочу 740 их вынести, чтобы они поняли, что мы жестоко вытаскиваем. Прострел пытается дать. На, хаешечку дал. Еще одну хаешечку дам мою фирмену. А, что меня простреливают? Ладно, ловите в честь прострела хаешечку. Один в темке уже прошел. Ой, он через КТ. Он меня на префе ждет. Ой, пушит. Он смог, может, тебя... На! Ху-ху! А, что? Это ты был. Я испугался, что это читер. На, просто! Как же читаки, просто им больно против нас играть, когда мы даже не смотрим, где они. Хотя они немного подсмотрели, но это честно, учитывая, что они вообще всегда смотрят, где мы. Давай сейчас этот раунд без подсматривания, просто будем тащить на скилле своем. Ну, конечно, они, наверное, разозлились после прошлого раунда. Да, как я их 740. Опа, мне все хп сняли. Мы даем шанс читеру на реабилитацию. Что? Его нигде нет. А. Вот он. А как мой тим узнал, что ты в доме? А, его даже тиммейт этот палит. Нормально. Читер-импостер, слышишь? Давай без подсматривания. Что-то они плакать начинают, надо реально шансы им дать без подсматривания. По-моему, кто-то в темке есть. А, да. Ну, этот чел знает все обо мне. Ладно, там не успел проверку сделать, с читами он или нет сейчас. О, я попал! Вот этот 100% читер, но второй я тоже уверен на 100%, что тоже читер. На префах уходит, прострелами забирает. У меня давление поднялось в глазах из-за нашей встречи. Это не давление в глазах, это читы. Ой, за такой ловик. У него реально. О, меня обходит. Нифига, он к тебе целеустремленно бежит. Меня окружает это ГГ. А, пушит. Нет! Нет! Патроны. Никакой нож, я хотел честно поиграть с Авиком. Он, кстати, плохо стреляет. Единственный его плюс, что он не умеет стрелять, только смотрит через стену на нас. Руки трясутся. А, оправдание. Реально. Понял, читер, короче, вид смотрун называется, который просто смотрит на тебя. Чекай. Вот так встану чуть-чуть в бок, чтобы меня было видно, и он... Чекай, он прям на меня. Алина прям на меня пытается навестись, когда я с текстуркой. Встань рядом со мной вот так, тоже будешь угорать с этого. А, один пушит. Один решил запушить, что-то понял, что мы их разоблачаем жестоко. Он пытается сейчас на префе тебя поймать. Ага, увидел. Хаешечку ему дал. Вон он лох хп, найс. Один, с мида обходит. А, ну за такой хаешечный зал. Да. За такое наказываем. Да как же он ворачивается? Зона как в батл рояле. Да. О, что? На, я забрал того. Но он меня чекает, как-то забрал. Он меня уже смотрит резко. На, я лоу хп ему сделал. Беги, он сейчас проиграет. Я его прокидываю жестко. Я просто бежал и смотрел, чтобы ты понимал в телефон, как он за мной бежит. Погоди, мы что, еще и можем их выиграть? Да. Реально месть за наши ММР все. Реально, это же легендарный троллинг. Что? Он удивляется, что? Что он удивляется? Как будто мы до сих пор не поняли, что это читер. Мы просто наказываем читеров. Плюс. Опа. Лови читер. О, я найс, я жесткий читер вынес. Остался обычный. Чекай, пушим просто братика жестоко. Ну, скоп ему надо, чтобы он вообще понял, что с нами лучше не играться. Найс, все, нам осталось 3 раунда, и мы официально затроллили в очередной раз читеров после чит-патруля. Смотри, какой у нас, кстати, счет ровный, прям мы прям одинаково. В темке кто-то, по-моему, перезарядился. Да, я прям слышу, как ПВХ уже. Да блин, он меня пытается префами поймать. Они пытаются тебя путать. Да, они пытаются перехватить меня.
Чека-чека, они меня пытаются поймать. Найс. На. Найс. О, братанчики, куда вы бежите пушить меня? У вас хоть этот подкрутка стрельбы есть, но все-таки это за читы. Реально. Их еще и забанят, кстати, после этого видоса, как если их до видоса не успеют забанить. Поэтому, братва, вы официально затроллены и забанены. Я без чита, честно. Мы, конечно, так и поверили, особенно когда мы увидели все, что увидели. Ладно, я пушу. Первый. Просто я уже на морали без читов, просто за ними бегаю. Сейчас они притворяются, что они не читеры, когда уже поняли, что их разоблачили и их могут забанить. Они сейчас говорят, что мы не читеры. Ждем банчика через пару дней. И официально получается, мы затроллили и забанили читеров в очередной раз. Поэтому, братва, лучше не играйте с читами против нас, против всех игроков, иначе могут попасть чит-патрульные, которые вас забанят 100%. Поэтому, братва, ставьте лайк, подписывайтесь на наши каналы. За этот легендарный видосик, за этот троллинг, за то, что мы за всех игроков отомстили читерам. И всем до следующего видосика. Всем пока. Пока-пока.